Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. No, hlavně tým Night Vision, či čo to má to, či infa. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. А где? Там. Вижу петуна. Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Что ты? Такая ста. Masku. Musím si vyčistiť masku. A vlastne takto ide vyčistiť masku. Super. Už vlastne musím pretierať a takto je vlastne ešte čistejšie. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволы. Це ж рейнджер з Порису. А, ясно, добрый. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. Що, обходник? Погодка, зашибісь просто. Тю, ледь не забув. Мельника, як побачиш... Давай, дорогой, я тебе патрон поміняю. Він знає. Слушай, Хацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Хороший патрон, Хацо. Очень хороший. Ты возьмешь? Бери, дорогой. Такой патрон нигде больше нет, слушай. Такой только у меня есть, слушай, да? Покупай. Ну, ты можешь продать. Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалеешь. Дорогой, ты такой вас не только видел, а у меня есть. Покупай. Кацо, ты на гильзы не смотри.
Как стреляет, смотри. Пех-пех, как стреляет. Слушай, Кацо, на мутант лучше нет. А что? Слушай, дорогой, что? Скажи, что хочешь. Все есть. Мужик, если не хам, это то. Мина, это Кацо, как музыка. Слышишь? И на душе хорошо. Слушай, сейчас, да? Сейчас. Нож такой острый, час. Слушай. Пех-пех какой нож. Покупай. Нож есть. Решки дай. Хорошо, нож, слушай. Граната так, есть. Хороший, дорогой. Нах вам диск. Отходи, дорогой. Парень. Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только лучше. Править. Тут нам тушим на максимум. Ага. Ключ. Если нужно, что пляж бы себя делала. Ключ. А тут и правильно. Замеревач. О, штурмособный. Тоже думал, штурмособный приближение. Супер. Ключ. А, ну, ты ничего сам. 40. А, ну. Окей. Зачни за собой. 45. 9. Золотяка. Боже. Шкода. А что ты еще можно? Зачем? Бери, не подведет. Вау. Отличное оружие. Тебе подойдет. Сколько стоит? 230? Все. Ну пока. Ключ. Подходи, не стесняйся. Так вам и делаем. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Что? Все. Все. Люди, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Никого. Черпич. Внимание, противник! Где? А, он не забавил. Супер. Вижу! Сейчас не вижу! Ищите! Если давай. Упустим, сорвем все задание! Давай, другие. Отделение. Где бы они прошли незаметно? Нет, один. А ты делаешь их? Ну, попадись, он. Фига.
смог. О, тьма. Бубенковый засобник. Ну что, чистим и там тих? Ако сме на том? 6 минут кислика флажки. Я то рискнем. Jeden. Čo si počkaj, koľko? Raz, dva, tri, štyri, päť. Čiže ešte treba by to mali byť. A tam je jeden druhý. Nejaké svetlo. Dosť tam nejak vojsť. Čo som prekvapil za sebou. Že to sa nedá otvoriť. No ja to nie. Tam je jeden. Kde je ten tretí? Ale som to započítal. Teď sa nedostanem dopredu. A ty čo si? Filter, super. Vo vlaku je jeden a druhý je... Co mi otočil nikomu nič, že jo? Zákon skončí, že prým sem a sa otočí rovno na mňa. Teoreticky mal vidieť na neho, keď je v tom vozni. Što za... chrín? Fú, tak som to ešte stihol. Fajn, všetci. Čistý. Čo to som prišiel? Aha, čiže to na nabehli a...
Давай так мы делаем. Plno. 1.42. No fakt nechci zbrat ten filter. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Тут вообще. Тут что было? Ага. Там, бля, все зараза. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Ну, обима все запутаты на инфра. Не! Не, не догоним, точно! Они давно уже ушли. Надо попробовать! Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано, делаем. Вперед! Все равно не догоним. Jedno a hned druhého. No to se neotáče. Otáčajú. Čiže som ešte tam tých vyčistil.
Не, рискать можно. Нет, сам знал, что ты. Ты зирал, кота бедничка за амуницию. Это с твоя, чи один? Двоя. Сам пойди. Вечистины. Что это? Это на гулички. Лекарнички не потребуем. Файн. Зачел изи-пизи. Ты чё там встал, как чиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления рейнджера с тварью. Рейнджера в расход тварь взять. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков. А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда... Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Я бы не допрял, как риху смерть. А, але... То потом бы мы... Имели добрую харму. Фильтр? Нет. Тут что тут? Кольник. Все там застряло. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Непростой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд гензейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывает. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорщики, смотрите там внимательнее. Есть внимательнее. Расход. Ты не там. Это тут.
фильтр. Так, убегаю. Там ставят чучи. Там беганяки. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Если кто-то другой захватит, там крышка. А с чего? Ну подумай, склады. Так там же, говорят, пушек, броников, да патронов, да военных. На все метро. Вот вооружаться и попрут. А мы тут, значит, чтобы не попер. Ну, молоток схватываешь. Ну, вот и дверь. Чем ты капитан не светил? А, трезор. Skončiť toto peklo. Vyčistím ešte tam tých. Ako sme tam s kyslíkom. Či s kyslíkom, s filtrami. No, 13 minút. No, celkom sme sa... Pejso si nabojal, wow. Vyzerá, že ešte... Oh, ďalej. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. А
Sono giusto il mio signore. Утром не гонс. Что дала? Там есть не один. Тут он другой. Вертинца тут что-то. Лесницкий там нас почитал. Рейнджера этого мы сейчас найдем и пристрелим. Ясно? Да, точно. Центричье горе. Přepchám se poza něho. Tam vlastně ještě, no tam ten ho pozoruje. Thank you.
знаешь. И он тебя. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера, ты предал орден, и думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Takže mladý se dokáže hrabat v mysli. Super. Takže skládánky se do sebe zapadají. Co teraz? Mám slačit? No to teď ještě taková nevýhoda v tom... On очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Ага, чужачка. Ну. Ты не готов там? Сейчас я там засветим. Позвать там до около.